Здесь тени. Много. Не видят меня, не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Вот они. Странно. Мне плохо внизу, тебе здесь. Вот, будет лучше. Я догоню. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Ты видел? Маленький человек здесь. Ищет другого человека. Не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. Как много вы сделали этих штук? Опять нашел. Буду близко. Странно. Глазами видно плохо. Тени видно лучше. Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Голодные. Называется ракеты. Запомню. Не спеши. Если можно, не убивай. Пусть живут. Они сейчас не красные. Уходят.
Здесь нужно вверх. По лестнице? Теперь знаю. Да. Там крылатая. Будь осторожней. Он до сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. А она не придет. Никогда. И ко мне тоже. Потому что вы всех убили. Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно. Здесь опасно, Артём. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. Тебя. Знают вас. Отсюда я знаю только одну дорогу в полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Идет тьма. Нужно спешить. Быстрее. Ветер. Опасно. Здесь тихо. Лучше подождать.
скоро можно будет идти. Успели. Сейчас снова будет буря. Да, буря. Пока опасно. Не ходи. Опять можно. Пойдем. Идем. Здесь лучше места, но не успеем. Не успеем, Артем. Время идти. Он боится. Хочет домой. Не красный. Ты тоже чувствуешь, Артём? Не бойся, я рядом. Нельзя стоять. Я помогу. Не тревожь их, Артём. Иди рядом. Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Артём, здесь злые. Много. Очень красные. С ума сойти, Артём! Да, сколько веревочки не виться,
Ну что же, раз так, отставить бросать оружие! Товарищи бойцы! Относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбута! Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять! Я помогу! Не могу больше! Устал! Вперед! Уничтожить! Выполнять приказ! Я помогу видеть! Отомстим, Костре! Ну, гад! Товарищи, у нас потери! Устал! Потери, крышка, гад! Сейчас! Нет, черт! Попали! А ведь у тебя был шанс! Оставался бы у нас на красной линии! Ну ладно, сбежал ты тогда! Так хоть сюда бы не лез! Думать же надо головой! Думаешь, Корбут забыл про тебя? Размечтался! И я не забыл! А, сволочь! Стрелять не разучился! Не захотел по-хорошему! Не захотел с нами, значит, сдохнешь тут! Скотина! Достал, гад! В общем, Артём, прощай! Бойцы, заканчивайте с ним! В атаку! Отомстим за... Огонь на поражение! Меня задело! Прижал! Отходите его, мужики! Проклятие! Прижал одного! Ё-моё! Явился, значит? Не трус, это точно! Давай, рейнджер, режь, убивай, как мы привыкли! Или струсил! Что, Артём, затряслись поджилки? Это тебе не мутантов жечь! Ах ты, гад! Силён оказался! Силён! Что, закончишь дело? Тогда поднимайся! Давай, Артём! Поднимайся сюда! Гоняться за тобой я уже не могу, но мозги... Молодец ты, молодец. Ну, давай, закончи, что начал. Он совсем не красный, не злой. Ему просто грустно, не понимаю. Что, ножом? Молодец! Без страха и упрека! Это... Это еще что? Твари тут на меня натравишь? Герой!
Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось лишь взять D6, чтобы добыть достаточное его количество, и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У Ордена хорошие бойцы, но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Артём! Ну что же ты, Артём? Решай, уйти, помочь. Решай, здесь нельзя долго. Артём! Не бросай меня так! Лучше убей! Артём! Нам пора идти. Скорее. Не простил его? Понимаю. Он причинил слишком много зла. Я запомню. Тут что-то странное. Погоди. Я должен увидеть. Теперь бы только успеть. В полис, на мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самая последняя. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута.
Она защищает детей. Осторожно. Бережет спину. Там она беззащитна. Артём, скорее сюда! Слава богу, а цел. Кто это с тобой? Неужели... А это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Нет! Не стреляйте, полковник! Тогда держите его подальше, а то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артём, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. О, я понимаю его, вижу его мысли и слышу твои, Артём. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили давно. Так вот почему ты особенный, Артём. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я? Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои! Мои! Они там! Они спят! Да это же... Это же... Смотри! Они в спячке! Он не один! Я должен их разбудить! Им пора жить! Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом, вокруг. Но я должен, иначе останусь один навсегда. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю, что надо. Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее! Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется?
Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной!